Добрый день! Добрый день, уважаемые друзья! Ваши аплодисменты! Мы начинаем! Оренбургский край был и по-прежнему остается надежным форпостом нашего государства, выполняя главную задачу, заложенную основателями этих земель – охрану рубежей российских. И в века 18 и в веке 21 это было бы невозможно без казачьего сословия, земледельцев и воинов, создавших свою уникальную культуру. Казаки ревностно сохраняют свои традиции, нрав и обычаи. Красота казачьей культуры пережила многие испытания, закрепившись в притчах, песнях и танцах. Сегодня мы даем старт 22-му межрегиональному фестивалю казачьей культуры «Оренбург Форпост России» приветственным концертом лучших профессиональных казачьих творческих коллективов нашей страны. Главной целью фестиваля является укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Его реализация стала возможной благодаря правительству Оренбургской области при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Для приветствия я приглашаю к микрофону атамана Оренбургского отдельского казачьего общества, первый отдел Оренбургского казачьего войска Сергея Николаевича Слепова. Здорово живете, оренбуржцы! Здорово! Люблю видеть вас в столице оренбургского казачества. Мы сегодня не просто здесь стоим, не просто чтим казачью культуру, казачьи традиции и обычаи. Мы защищаем эту традицию, эту нашу казачью культуру с оружием в руках. На территории Украины от неонацистов. Мы защищаем наше право петь и разговаривать по-русски. Мы защищаем право наших русских людей на Донбассе называться русскими. В настоящий момент свыше 5000 казаков в составе казачьих батальонов Дон, Таврида, Кубань, Терек, Ермак защищает с оружием в руках наше право называться русскими и чтить казачью культуру. В настоящее время под Оренбургом на полигоне проходит боевое слаживание наш новый отряд казаков численностью 115 человек, который вольется в батальон Ермак на смену нашим же казакам, которые с оружием в руках и защищают нас с вами, нашу с вами культуру. И завтра они уезжают на войну. Они уезжают на военную специальную операцию. Защищать государственные интересы, защищать наше право с вами быть русскими, чтить нашу культуру. Я, может быть, повторяюсь, но это накипело. Право русских людей на Донбассе жить по своим традициям и обычаям. Право нас всех с вами жить так, как мы с вами хотим, как мы хотим выращивать наших детей. Мы приветствуем наших гостей, которые разделяют с нами наш праздник. Это государственный казачий ансамбль Краснодарского края «Креница». Это государственный казачий ансамбль из Волгограда. Ну и, конечно, у нас государственный академический русский народный хор под руководством моего друга Владимира Александровича Поздеева. Слава Богу, что мы казаки! Это речь. Ваши аплодисменты, друзья. Спасибо, Сергей Николаевич. А сейчас, уважаемые друзья, откроет нашу встречу коллектив, завоевавший сердца не только российских зрителей, но и многих стран мира. Его репертуар включает уникальные песенные образцы линейных, черноморских, некрасовских казаков Кубани, донских и терских казаков. Встречайте! Государственный ансамбль казачьей песни «Креница», художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель искусств России Владимир Копаев, город Краснодар. Встречайте! Долго мы крепко спали.